компания «Русстройгрупп». Основной специализацией компании является строительство жилых и общественных зданий с предварительной проработкой градостроительного заключения и изготовлением проектно-сметной документации, а также предоставлением услуг по эксплуатации жилищного фонда и общественных зданий города Москвы и Московской области. А именно: ремонт и монтаж внутренних и наружных коммуникаций, холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение. Ремонт, монтаж и эксплуатация вентканалов и дымоходов, устройство крови, благоустройство, устройство и ремонт мусоропроводов, изготовление и монтаж металлоконструкций. Штат организации укомплектован специалистами, имеющими большой опыт работы в строительной сфере, ремонте и эксплуатации жилых и общественных зданий, подтвержденный свидетельствами и сертификатами установленного образца. Отзывы заказчиков имеют только положительные характеристики. В основе производства компании лежит высокая организация труда, традиции строительного бизнеса, хорошая материально-техническая база, быстрота в принятии решений, мобильность при выполнении задач, индивидуальный подход к работе с каждым заказчиком. Заказчиками ООО «Русстройгрупп» являются многие государственные, муниципальные и частные предприятия. В настоящее время ООО «Русстройгрупп» вносит свой вклад в развитие Подмосковья и Калужской области. Они строят многоквартирные жилые дома, создают новые рабочие места, участвуют в строительстве и реконструкции административных и общественных зданий. Что я хочу, дорогие строители, вам пожелать? В первую очередь, поздравить вас с нашим праздником. Вот. Наша профессия очень уважаема и сложна по-своему. Опять же, в связи с этим хочу вам пожелать поменьше трудностей, отзывчивых, понимающих заказчиков, так скажем. Вот. Ну и чаще появляться вам дома, поскольку у нас профессия заставляет нас сверх нормы трудиться и находиться на объектах. Ну и, соответственно, своевременное финансирование, должным образом принятие объектов, да, ну и поменьше, чтобы палок и колес составлялись разными неожиданными случаями, да, в нашей жизни все бывает. Вот. Так что с Днем строителя вас поздравляю, предлагаю наполнить и поднять бокалы. С праздником вас! Ура! Спасибо вам за детский садик!